Привет, я Конёк Джонни, давай играть. Ту-ту-ту-ту-ту-ду. Присоединяйся. Эй, привет, ребята. Привет. Как ваши дела? Ребят, смотрите, что я нашел. Это целая свалка автомобилей. Ребят, давайте соберем из них настоящие автомобили. А то что это за хлам? Чтобы можно было бы спокойно играть. Поможете мне? Спасибо. Давайте приступаем тогда к сборке автомобиля. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, с какой начнем машинки? Может быть, начнем с фиолетовой? Давайте. Ух ты, какой голый кузов. Так, где же от него стекло? Так, а, вот. Как думаете, подойдет? Так, ага. А, вот как. Смотрите. Вот его стекло. А, и фары, видите, появились сразу. Продолжим сборку. Так, это, наверное, его салон с сиденьями. Так, так, так. Ага. Получается. Не правда ли, ребята? Так, интересно, а куда же колеса вставлять? А, вот его днище. Так, ага. Переднее колесо. Теперь задний мотор. Так. Ну, как закрутились сразу колеса. Так, ага, так. Ага. Слушайте, ребят, ну вроде бы получилось. Сейчас мы подстучим только. Так, новые закрутить. Так, 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 так. Ага, смотрите. Во, первая машина готова. Продолжаем дальше. Какой цвет начнем? Давайте вот эту синюю. А то что она здесь лежит? Ух ты, тут совсем что-то все плохо. Ну, начнем. Так. Стекло. Оно опять же с фарами идет сразу. Так. Далее у нас салон. Ну, так. Непонятно пока. Так, одни колеса. Задний мотор. Ага. А, вот, тут, как видите, специальные здесь штырьки есть. Ими надо как попасть в Лего. И вот он закроется. Смотрите, какая получилась уже машинка. Уже можно играть. Это похоже на баги. Одеваем кузов. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, ага. Чук-чук. Тук-тук-тук-тук. Во, получилось, ребят. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чук-чук. Припарковали. Дальше, я думаю, мы начнем собирать зеленую машинку. Ох ты. Здесь уже даже стекло стоит лобовое. Ну, это совсем легко. Тут нужно только поставить сиденье. Вот так вот. Тоже получается своеобразный
такой баги. Для начала нужно только подстучать немножко. Так, ага. Одеваем кузов. Ту-ту-ту-ту-тух. Так, все сошлось. Так, нет, не сошлось. Какие-то у нас проблемы возникли. Так. Угу. Ну все, сейчас прикрутим. И все будет хорошо. Так, чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Друзья, а вы любите собирать машинки? Напишите об этом в комментариях. А мы продолжим собирать желтенькую машинку. Что-то я совсем уже перестал разглядывать машинки и цвета их. Так, ага. Для начала нужно вставить мотор задний с колесами. Так, 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 ага, вот как. Ставим передние колеса. Салон. Смешной салончик. Угу. Так, 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 что-то, проблемки какие-то у нас тут. Ага, все. Готово. Смотрите, на лодку похоже. Ой, а это что за деталька? Ой, а у нее тут и спойлер есть даже. Надо не забыть его вставить. А, смотрите, как он делается. Вот как. Раз. Так, может быть, вот так. Да, все правильно. Вот так. Ставим стекла. И одеваем. Не хочет он просто так это делать. Надеюсь, тут не нужен клей. Так. И вот так. Во. Как вам? Ой, спойлер потеряли. Так. Здоровская машинка получилась. Dodge Charger. Езжай на парковку. Ту-ту-ту-ту-ту. Осталась последняя у нас. Красная машинка. Интересно, какая это получится модель? Пока даже непонятно. Так. Вставляем сначала стекло. Так, так, так. Ага. Передние колеса у нас уже стоят. Нужно поставить только мотор с колесами. Так. Угу. Вот так вот. Угу. Ой. Салон. Угу. И все это дело накрываем кузовом. Смотрите, это похоже на какую машинку? На Мазерати. Так. Во как. Джонни, Джонни, смотри, какие у нас получились машинки. Вау! Вот это да! Спасибо мне, друзья, что помогли. Сам бы я не справился. Напишите в комментариях, какая вам больше всего понравилась. Мне желтая понравилась. А вам, ребят, пишите. Давайте дружить. Пока!